течение этих двух лет мы уже открыли 3 школы в городском округе. И из них порядка 15% мы делаем бесплатные тренировки для нуждающихся семей, находящихся в трудные социальные положения. И через спорт мы, значит, развиваем в детях патриотизм, семейные ценности. Сегодня уже как бы мы присоединили к программе «Вместе» еще одну замечательную организацию. Это ИП «Багдасарян Альберт Сергеевич» и его школа борьбы «Альбага». Это уже третья школа, которая в этом году присоединилась к данной программе. Замечательная школа. И мы видим, сколько много детей, которым действительно интересен этот вид спорта.